Буба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Zombie Catchers. Охотники на зомби. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья, и сразу же извиняюсь, потому что этот ролик должен был выйти немножечко раньше. Точнее, вот мы очень долго не выпускали «Охотники на зомби», потому что фармить долго надо было. Я наконец-то это сделал, выпустил ролик, и сразу же следом на следующий день должен был выпустить этот ролик. Но, блин, друзья, у меня день рождения, я еще ужасно устал. Я вам рассказывал уже, что я, короче, поспал на клавиатуре. Вот, блин, я как этот, знаешь, как маленький ребенок в плане... У меня день рождения! Типа, я не пойду в школу! Хотя, кстати, я никогда не ходил в свой день рождения в школу. И тут, у меня день рождения, я не буду выпускать ролики. Хотя, кстати, по стриму я на самом деле записывал. Ребята, я уж так говорю. Ладно, друзья, извините, пожалуйста, все, мы продолжаем. И сегодня у нас будет крутая серия, потому что... Эх, ребята, ребятушки, потому что сегодня у нас будет... Да, босс. Yes. Покорми зомби мозгами. Принимаем вызов. Это мы можем сделать, по крайней мере. Давай откроем кафешечку. И нам сейчас надо, в принципе, продать кое-что. Блин, в самом начале еще нужны зомбаки, чтобы мы проапгрейдились. Вот, блин, либо охота на зомби. А, кстати, сколько нужно? Сейчас мы давай в кафешечку быстренько. Нужно 40. А, не пойдет, ребята. Значит так, давай, наверное, сначала прям на босса, как ты думаешь? Блин, я, если честно, боюсь. Друзья, давайте сначала вот сюда вот, окей? Просто поразминаем, так сказать, наши пальчики и сразу же пойдем на босса. Отель, смотри-ка. Так, вот осторожней, тут осторожней надо, ребята. Блин, такой вообще крутой просто этот подводный мир. Мне прям очень нравится. Так, минус одна. Тихо. Акула. Есть. А мы должны покормить, по идее. Ну-ка, давай. Давай, русалка, кушай. Все, покормили, ребята. Наживка сработала. Что за мозги, кстати? Откуда он эти мозги? Погоди-ка, откуда он эти мозги берет? Ты шо, дядь, тут надо вот эту вот штуку. Тут понятное дело, что мы так никак вообще не сможем. Охренеть, у них там бронезащита какая стоит. Вы что творите-то, блин? Так, продолжаем охоту, ребята. И вот... Заметен зомби-босс. Кто это такой? Ну-ка. Офигеть! Да ни хрена себе, блин! Да блин, ну все, мы его... А, вот! Есть! Да как же... Да как же он... Ой! Офигеть! Фу. Что это за сенсей такой? Сенсей-зомби. Так, нам надо зайти вот сюда. Вот китайский босс. Расположен китайский квартал. Крадущаяся крыса. Блин, это как будто, знаешь, вот... Кстати, есть черепашка... Ой, черепашки-ниндзя. Мобильная игра. Может, нам стоит в нее поиграть потом, ребят? Как вы думаете? Я просто Сплинтера вспомнил из черепашек-ниндзя. Ну, что-то, кстати, да, есть такое похоже. Ну, прикольный был босс, если честно, я на секунду все уже думал. Ну, просрали, офигенно. Но все обошлось. Все обошлось, ребята, это хорошо. Так, мы с тобой продолжаем. Нам бы сегодня действительно получить новый уровень бы. Так, это получается... Давай, да, сюда. Плутоний ни в коем случае не тратим, ребятки. Сейчас нам надо как сделать... Тихо. Блин, накормим, не накормим. О, сейчас баг произойдет, ребят, сейчас возможно. А нет, там баг, знаешь, как должен произойти?
Блин, медузы еще. Мы медузы. Офигеть, тут живности. Нет, ты сволочь. Блин, живность нам прям вообще не дает покоя. Надо, знаешь, сначала, наверное, от нее избавиться. И потом только начинать охоту. Не жри меня. Вот засранка. Да блин, какие они шустрые, эти русалки. Какого фига? Как здесь, блин? Как же мне это бесит? Смотри, что за фиг... Это что, губка? Спанч Боба здесь только не хватает. Морская губка. Морская звезда Патрик, да? Да блин, что за лаги? Дядь, ау. Нет. Сейчас сожрут. Ее сожрут. А, кстати, интересно. Там опять готов жрать. Охренеть. Так. Двое здесь. Ого, кто это такой? Ах! Шикарно просто, друзья, Плутоний. Мы с тобой получили, отлично. Так, продолжаем мы с тобой охоту. Наверное, в болото давай отправляем. Здесь срочно нам нужно. Охота началась. Пляж. Так, детальку получили. Я вообще что-то их нифига не кормлю. Блин, просто... Корабль, смотри, какой. Подлодка тут. Офигеть! Зомби-сафари. То есть на них, по идее, тут охотятся. И музыка такая интересная. Тун-тун. Есть. А можно одного зомби чисто закармливать? Как бы ему там подсыпать. О, так да, мы можем, знаешь, как сделать? Секунду. Вот. Так вот сделал. Ну-ка. Да, прикинь, вот как все легко делается-то. Да блин, последний кусочек-то кто кушать будет? За маму, за папу, а? За бабушку, за дедушку. Есть. Капец какой-то. Офигеть. Так, отлично. Поймали мы с тобой. Все как на подбор. Одинаковые такие. Так, идем на болото. Сколько там ждать нам? Ну-ка, братиш. А, понятно, как здесь сделано. Понятно. Давай еще тут словим. Ну-ка. Блин, да шо вы такие просто бронированные-то, а? Я офигею, в этой серии мы с тобой прям вообще... Ужасно играем. Так, давай аккуратно. Сейчас. Нет, стой. Не вылезай. Тихо. Так. Кушай. Нет, аккуратно. Так, вот вкусные, сочные мозги. Давай. Ну, они же. Ну. Так. Я ты крыса! Фух, поймали хотя бы так. Офигеть, она свалилась и не поняла, где мозги. Она прям как мой кот. Ну, только он мозгами не питается. Я ему даю там колбаску, если она свалилась. Все, колбасу он не найдет. Для чего тебе нос-то? Блин. Но они, по идее, как бы плохо видят. Плотняк, коты. Так. Во, нормально. Так, ну сейчас вы-то точно сожрете здесь. Три пары. Уф. Что, вкусно, да? О, отрыжка, это прям комплимент шеф-повару. Да блин, ну что творите-то, а? Ну смотри, что делать. Этот засранец чуть не сожрал. Или погоди, или он сожрал.
Не, вроде не сожрал. Вроде не сожрал. Да? Я как-то даже не увидел. Так, болото, давай. Все, друзья, я сейчас выключу интернет, перезайду. Ой, точнее, блин, все перепутал. Включу интернет, перезайду и посмотрю рекламку, чтобы мы пополнили с тобой, так сказать, работу дронов, и мы быстренько нашли зомби. Давайте, друзья. Ну что же, друзья, мы с тобою продаваем... Блин, собачка. Вот это вообще прикольно, друзья, то, что собаке, прикинь, приехал, блин, к нам в ресторан. Короче, смотрите, друзья, давайте два разика мы с тобой сейчас поохотимся и, в принципе, будем заканчивать, потому что у меня еще там много, на самом деле, блин. Ребята, вот зачем я так делаю в плане... Так перетруждаюсь, я вот сейчас только понимаю, зачем столько много. Мне просто хочется угодить, но я понимаю то, что всем, блин, не угодишь. Надо поменьше, хотя бы 6 роликов. Но сегодня, да, сегодня 6 сделаю, да. Фух. Потому что я реально очень сильно устал, ребят, поэтому, наверное, 6 делаю. Я просто в последнее время по 7... видосиков фигачу, по 8, по 9 многие там видели, и это что-то с чем-то. А некоторые вообще даже не подозревают, что я столько делаю видосов. Они не смотрят на даты там, просто видят, что, ну, ролики вроде выходят. У меня там уже 5000. Слушай, если зайти на канал, посмотреть, сколько там 5000 чем-то роликов, как бы не 6000. Прикинь, 6000 роликов. Это что-то непонятное такое. У некоторых там 100 у популярных. У меня, блин, 5-6 тысяч. Так, короче, смотри. Давай быстренько сюда. Может, мозги пусть они покушают. Ну, блин, надо им скормить. Мозгишки-то. Ну, ёкало, у меня даже... Молот Тора. Так, вот этим скормим сейчас. Давай. За палочку спрячемся, и нормально будет. Давайте, кушайте. Молодцы. Отлично. Шикарно, друзья, все. Хорошо, охотник-любитель. Зомби пойманы. Так, продолжить охоту. Мы сейчас с тобой... Что сделаем? Да вот так я вот сделаю. В принципе, и все. И буду, пойду, в общем, дальше, друзья, записывать ролики, монтировать для вас. Блин, вот не нравится мне, конечно, то, что действительно они короткие какие-то становятся сейчас. Правда. Мне вот это вот единственное не нравится. Ну, что-нибудь придумаем. Не переживай, братишка. Просто надо уже до конца допройти, блин, эту игру, чтобы успокоиться. На этом все. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка.